Права получил, но ездить по городу не научился. В Нижнем Тагиле начинающий водитель не справился с управлением и устроил ДТП. Пострадала 14-летняя девочка. Авария произошла на улице Алтайской. 19-летний водитель «Опеля» выехал на встречку и столкнулся с «Ладой Грантой». Юная пассажирка отечественной легковушки получила травму плеча. По словам виновника ДТП, он оказался на встречке, потому что перед ним резко затормозил автомобиль. Стаж вождения парня составляет 1 год и 10 месяцев. За это время его 14 раз наказывали за нарушение правил дорожного движения.